Таким образом, автомобили передвигаются на электрической тяге, что делает их экономичными и безопасными для окружающей среды. Фургоны серии Metro обладают рядом весомых преимуществ. Благодаря дорожному просвету в 200 мм, они могут передвигаться практически по любому рельефу. Электрические фургоны оснащены надежным шасси и кузовом из композитных материалов. Дизайн кузова может иметь 6 различных исполнений. Кабина водителя может быть адаптирована как под левый, так и под правый. Жидкокристаллический экран с диагональю 7 дюймов подключен к камере заднего вида. В качестве силового агрегата используются двигатели мощностью 7,5 или 10 кВт. Данная серия электрофургонов комплектуется свинцово-кислотными аккумуляторами, которые позволяют преодолевать расстояние до 80 км без подзарядки. Электрические фургоны серии Husar имеют переднее расположение двигателя и передний привод. Это безопасное и практичное транспортное средство, использует каркас из алюминиевого сплава и легкий кузов из композитного материала, усиленного стекловолокном. Благодаря продуманной конструкции автомобиля, его кузов и аккумулятор могут быть быстро заменены. 10-дюймовый экран позволяет водителю следить за параметрами езды в реальном времени. Интеллектуальная система управления обеспечивает эффективный контроль над всеми подсистемами автомобиля. Если вы заинтересованы в приобретении качественных, долговечных и экономичных электрических фургонов, обратите свое внимание на компанию Plante, которая стремится сделать транспорт доступным и безопасным для окружающей среды.